хотите вас поздравить к 23 февраля. Хотим вручить вам выпускницкому Золотой гвардии подарочки. Вот так сотрудники госавтоинспекции городского округа Щелково вместе с активистами молодой гвардии «Единая Россия» решили поздравить автомобилистов-мужчин с их праздником – Днем защитника Отечества. В рамках акции «Разрешите вас поздравить» инспекторы вручили водителям небольшие сувениры – памятку с правилами дорожного движения, открытку и брелок. Дали им понять, что мы не забываем о том, что они также являются защитниками Отечества. И, конечно же, им это было очень приятно. Они поблагодарили нас за оказанное внимание и пожелали нам тоже безопасных дорог и всего самого хорошего. Во время того, как сотрудники ГИБДД вручали памятные подарки, к ним подошли члены отряда «Юные помощники на дороге» из 1-го Л-класса Щелковской гимназии номер 2. Ребята специально нарисовали для них красочные открытки к 23 февраля. А госавтоинспекция, в свою очередь, поздравила с Днем защитника Отечества оператора Щелковского телевидения, что тоже было весьма неожиданно и приятно. Помимо поздравлений, сотрудники госавтоинспекции в очередной раз напомнили водителям о том, что нужно соблюдать правила безопасности на дороге и быть предельно внимательными. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.